Прежде всего, моему Гурупада Падме, Нитарила Правишта Ом Вишнупад Аштат Рашата, Шри Шримат Бхакти Шри Рупи Сиддханти Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечное саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гурупада Падме, Нитарила Правишта Ом Вишнупад Аштат Рашата, Шри Шримат Бхакти Виданти, Шри Линарайни Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечные Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также всех вайшнавов и вайшнави я прошу принять мои поклоны Харе Кришна. Мы слушали, как Шри Чайтанья Махапрабху давал наставление своей матери. Мы слышали эти наставления о том, как Дживе, душе, обрести высшее счастье. Этаке Паджана Кришна. Цитата. «О, мать!» — сказал Махапрабху. «Тогда Джива может обрести высшее благо, когда будет находиться в саду санги, а ум посвятит тому, чтобы думать о Кришне. Уста займет воспевание его святых имен. Это принесет душе высшее благо». То есть с помощью саду-санги и никакого другого способа джива может обрести высшее благо. К этой шлоке Шрила Прабхупада Сарасвати Такур из множества гранд, вед, пуран, упанишад, из разных святых писаний привел цитаты о славе саду-санги. Вчера мы слушали, например, эту шлоку. «Тасмин Махан Мукхарита», цитата. Если уста занимать для того, чтобы внимать амрите, нектару, повествование о Господе, которые исходят из уст садху, словно потоки Ганги, подобно мандакине Ганги, такие повествования изливаются из уст садху, что же произойдет, если мы будем слушать такие повествования своими ушами, раз за разом? Словно пить ушами эти повествования. Какой плод мы обретем? Нас не будут беспокоить голод, жажда, страх, скорбь и иллюзия. Они не смогут нас никогда коснуться.
Шрила Прабхупада также приводит следующую шлоку. Явате Майам Спришта. Цитата. Где бы мы ни оказались, согласно своей карме, в этом иллюзорном, в этом мире иллюзорной энергии, о Прабху, мы молимся лишь о том, чтобы раз за разом оказываться в обществе твоих преданных, обретать их сангу, общество. Потому что в их обществе, где бы мы ни оказались, мы сможем устремить свой ум к твоим лотосным стопам. Это возможно благодаря садху-санге. Поэтому мы хотим всегда находиться в обществе святых. Это необходимо. Следующая шлока. Тасмат сарват манараджан. Это все шлоки с комментариями Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура. В этой шлоке Шукадева Госвами говорит Парикшита Махараджу. Тасмат сарват манараджан. О царь, о раджан, что нужно делать? Сарватра и сарвада, то есть повсюду и всегда. Совершать киртан имен Бхагавана, слушать катху, повествование о нем, памятовать его. И что тогда произойдет? Если повторять имя Господа, слушать катху о нем, то ум легко устремится к нему. Поэтому всегда нужно находиться в садху-санге. Вайкунтханатху, Махарадж Притху возносит следующие молитвы. Вайкунтханатх имеется в виду Господь. Господь сказал Притху Махараджу, попроси благословения. И что же попросил этот царь? Накамае Надха. Цитата. О Прабху, о Господь, если ты хочешь даровать мне благословение, то я молюсь твоим лотосным стопам только об одном благословении. Каком? Я хочу всегда иметь общение твоих преданных, Махан Пуруш, возвышенных личностей, общаться с такими преданными, слушать из их лотосных уст повествования о тебе, которые текут словно воды Мандакини Ганги. О Прабху, пожалуйста, дай мне 10 000 ушей, чтобы я мог внимать Харикатхе, словно пить ушами повествование о тебе. То есть в данной шлоке также утверждается необходимость садху-санги. Гурудев, однажды прославляя садху-сангу, сказал, рассказал следующую историю о Васиштхе и Вишвамитре. Вишвамитра пришел к Васиштхе, и Васиштха должным образом приветствовал его, предложил ему прасад, напитки. И когда уже Васиштха уходил из Вишвамитры, Вишвамитра был должен что-то подарить ему, чтобы таково правило. Человек не должен уходить от вас с пустыми руками. Необходимо подарить ему что-то. Обычно что мы дарим? Одежду, сладости. Но это две возвышенные личности. Васиштха преданный, а Вишвамитра йоги. Вишвамитра поэтому очень гордо сказал, «О Васиштха Джи, я дарую тебе плод 10 000 лет аскез. Прими, пожалуйста». Васиштха — это преданный Господа Рамачандры. Он предложил свои поклоны и принял дар, который предложил ему Вишвамитра. Через некоторое время уже Вишвамитра пришел в гости к Васиштхе. И Васиштха также должным образом приветствовал его. Когда Вишвамитра уже уходил, Васиштха уже должен был что-то дать ему, поскольку он принимал его и не мог отпустить гостя с пустыми руками. Васиштха сказал, «Я не помню, была ли у меня в жизни садху-санга, но если у меня была садху-санга, то тогда я дарую тебе благо от одной мухурты,
то есть от 48 минут общения со святыми. Так сказал Вишвамитра, так сказал Васиштха. Услышав это, Вишвамитра очень разозлился. Он сказал: «Что? Я пришел к тебе в дом, когда ты ранее приходил ко мне и подарил тебе плод 10 000 лет аскез, а ты сейчас что мне даришь? Во-первых, ты сказал, если у меня была садусанга, то, а если не было садусанги, получается, ты мне ничего не подарил? И даже если у тебя была садусанга, что ты мне подарил? Благо от одной мухурты общения с садху, от 48 минут?» Так в гневе говорил Вишвамитра. Даже в материальном мире мы видим, если, например, чьи-то дети вступают в брак, то родители смотрят, что гости подарили, какую одежду, сколько денежек. И потом, когда их уже пригласят на свадьбу, они подарят соответствующее, то есть ну, не больше, не меньше. И могут даже возникнуть споры, если подарки неравноценны. Я золотые украшения подарил, когда ваши дети вступали в брак, а вы что теперь нам подарили? Начнутся споры и обиды. И вот примерно то же самое произошло у Вишвамитры Васиштхи. Вишвамитра возмущался: «Я подарил тебе плод 10 000 лет аскез, а ты мне что?» И Васиштха тогда сказал: «Нам нужно теперь тогда решить, что более ценно, 10 000 лет аскез или одна мухурта общения со святыми садху». Чтобы разрешить данный спор, они пошли к Питамахе Брахме. Это Ади-гуру, изначальный гуру, это Махаджан, великая личность. Поэтому они отправились к нему и поведали о том, что у них произошло. Брахма сказал: «Послушайте, я получил пост Брахмы благодаря тапасе, аскезу. Поэтому я знаю, каков плод тапаси, аскезы. Об этом я могу поведать. Но я не знаю, что, каков плод садусанги. Поэтому я не могу поведать о славе садусанги. Кому же нам отправиться? Давай отправимся к Шанкаре, решили мудрецы. Потому что Шанкаранам, Джаташамбо, это лучший среди вайшнавов. Панчамокха Раманама. Пяти устами он всегда повторяет имена Господа Рамачандры». И они отправились к нему, Васиштха и Вишвамитра. Однако, когда они пришли к нему, Шива тоже сказал: «Послушайте, я йоги, йоги, маха-йоги, я йог. Поэтому я знаю, каков плод йоги. Но я не знаю славы садусанги. И поэтому не могу рассказать, какой плод у садусанги. В связи с этим я не могу разрешить вас спор. Кому же нам отправиться теперь?» Они отправились тогда Васиштха и Вишвамитре к гуру Шанкары. Кто это? Шри Анантадев. Они отправились к Анантадеву и рассказали о своем споре. Анантадев ответил: «Послушайте, я на своих колобках держу мироздание. То есть очень большая, тяжелая ноша. Если кто-то поддержит эту ношу, чтобы я мог ровно стоять и думать спокойно, то я смогу разрешить ваш спор. Вы двое сможете, кто-то из вас, поддержать все мироздание, пока я буду разрешать ваш спор, чтобы я спокойно подумал?» Вишвамитра сказал тогда очень гордо: «Я дарую плод 10 000 аскез. Я дарую этот плод, о Притхви, о земля. Стань легкой, то есть поднимись с клобуков Анантадева». Когда он сказал, земля не то что легче, она тяжелее стала. «И что ты сделал?» — сказал Анантадев. «Мироздание стало еще тяжелее». И он сказал потом Васиштхе: «Анантадев, а ты можешь сделать что-то?» Васиштха тогда очень смиренно, потому что свабава природы вайшнавов — это быть смиренными. Васиштха очень смиренно поэтому сказал: «Я не помню, была ли у меня садусанга, но если она была, то я дарую плод одной мухурты садусанги, то есть 48 минут общения со святыми. О Притхиви Деви, о земля Деви, пожалуйста, стань легкой». Когда он это сказал, мироздание стало более легким и вознеслось над клобуками Анантадева.
то есть поднялось ввысь. И Ананда Дев тогда сказал: «Ну, вы уже сами теперь можете разрешить ваш спор. Что более ценное? Общение со святыми 48 минут Мухорта или 10 тысяч лет аскез?» И Вишвамитра тогда осознал славу Саду Санги, с которой ничто не может сравниться. Чатурсану пришли к Притху Махараджи, и тогда была произнесена шлока «Толаям лавинапи». Даже если мы обретем одну лаву Садусанги, наша жизнь уже увенчается успехом. Сколько это? 1/11 секунды. Это лава. Даже такое непродолжительное общение с садху дарует такое благо, с которым не сравнится ни сварга, ни мокша, ни освобождение. Итак, что же мы можем обрести благодаря садусанге? Что такого ценного, с чем не сравнится ни сварга, ни райская обитель, ни мокша, ни освобождение? Что же это за прославленный плод садусанги? Что мы обретаем благодаря садусанге? Бхакти лата, то есть бхакти подобна лиане. Чтобы получилась лиана, выросла лиана, что необходимо? Семечко. Ведь если... А где же обрести это семечко? Семя — это сева вритти, настроение служения, либо шрадха. Это является семенем преданного служения. И вот от кого получить это семечко? Только от садху. Поэтому говорится «Махат Крипавина», цитата. «Махат Крипавина Кон Карма Бхактяной». Пока возвышенная личность Махат не прольет милость, то можно делать все, что угодно. Но бхакти невозможно обрести своими усилиями. Рахугана — это тапасана яти, аскезы, изучение вед, оставление дома, пуджа, стояние под аскеды под палящим солнцем, в окружении костров не помогут обрести бхакти, пока мы не осыпем себя пылью со слотосных стоп возвышенных личностей. В Бхагаватам поэтому Вену Гите тоже рассказывается о славе возвышенных личностей. Радарани говорит, когда Кришна ходит пасти коров, Радарани описывает, как тучки, облака служат Кришне. Она говорит, тучки такого же цвета, как Кришна, темные. Поэтому, видя Кришну, они считают его своим другом, поскольку они одинакового цвета. Поэтому что делают тучки? Они собираются, как зонтик, над Кришной, даруют ему тень. И также даруют дождик легкий, похожий на цветочки, очень приятный. Этот дождик омывает Кришну. Поэтому Радарани говорит, если чья-то жизнь и успешна, то это жизнь этих тучек, облачков. Кроме того, чья жизнь успешна? Это попугайчиков и павлина во Вриндаване. Почему? Прая Батамба Вихага Мунайо. Цитата. Слыша звук флейты Кришны, что делают павлины? Они распускают свой хвостик и начинают танцевать. А попугайчики что делают? Подобно муни, они сидят. Ведь муни сидят, закрыв глаза, и медитируют, совершают дьяну, медитацию. И попугайчики, словно муни, закрыв глаза, ушами, слушают звук флейты Кришны, пьют эти сладостные звуки. И чья же поэтому жизнь успешна? Попугайчиков во Вриндаване. Кроме того, если чья-то жизнь успешна, то это жизнь лани. Почему? Потому что когда Кришна идет пасти коров, он играет на своей флейте. И лани, слышите чарующие звуки, смотрят на Кришну, как будто совершают ему арати. Их мужья стоят позади и думают. То есть лани стоят вначале, идут сначала, а потом идут мужья. И лани смотрят на Кришну не просто
получая его даршан, а совершая арати ему своими взглядами полными любви. А их мужья стоят позади и думают, мы не можем так служить Кришне. Но мы мужья этих чудесных ланий. У этих ланий столько любви к Кришне, столько премы, что мы удачливы тем, что мы их мужья, тем, что у нас такие жены. Радарани, прославляя лани, говорит, если кто-то и удачлива во Вриндаване, то это данные лани. Кроме того, чья жизнь удачлива? Когда Кришна играет на флейте, в это время с деревьев начинает течь мед. А озера расцветают разными лотосами. Почему? Почему расцветают лотосы? Потому что они радуются. А мед? Почему течет с деревьев? Причина в том, что флейта делается из бамбука. То есть как бы флейта, как это называется, родственник бамбука, а бамбука предок, потомок, вот. Флейта как бы потомок бамбука, то есть они состоят в родственных отношениях. И, соответственно, родственники, деревья, бамбук и вода. А что происходит, когда в чьей-то семье рождается садху? Кулам павитра джамани критартхам. Вся семья рада, жизнь родителей успешна. Предки в раю танцуют, воздев к небу руки. Говоря, как же наша жизнь удачлива. В нашей семье родился преданный. Подобным образом деревья думают, что бамбук наш родственник. И бамбуковые деревья думают, флейта произошла от нас, поэтому мы очень удачливы. Флейта настолько удачлива, что Радарани даже думает, в следующей жизни я буду флейтой. Почему? Потому что Кришна относится с такой любовью, с таким почтением к флейте. Она так удачлива. Хотя мы гопи, девушки-пастушки, а Кришна гоп, мальчик-пастух. Поэтому его адхарамрита, нектар его уст, принадлежит нам. Но эта флейта нагло, прямо у нас на глазах, выпивает всю адхарамриту, нектар уст Кришны. У Кришны очень красивые алые губы, как плоды бимба. Но эта флейта выпивает из них всю расу. Ничего нам не оставляет, ни капельки. Кришна всегда держит эту флейту с собой, то в руке, то за пояском. Он никогда ее не отпускает. Когда Кришна держал Говардхан, он стоял прямо. Но когда он играет на флейте, он изогнут в трех местах. Почему? Потому что флейта выпивает весь нектар с его уст, поэтому он так изгибается. А когда он дрезал Говардхан такой тяжелый, он стоял прямо. Сколько же почтения выражает Кришна флейте. Он играет на ней, держа в своих ручках. И служит ей, словно флейта, Махарадж, великий царь. Обычно цари лежат на мягких подушках. У Кришны очень мягкие пальчики, очень красивые. И двумя руками он держит эту флейту. И флейта, словно царь, лежит на мягких, нежных пальчиках Кришны. А Кришна, когда играет на флейте, словно массирует ее. То есть он не просто играет, перебирает пальчиками. Он массирует стопы этого Махараджа, этого царя. Когда он моргает, то его реснички, словно апахала, даруют прохладу этой флейте. У Кришны сережки в форме зонтиков. И поэтому это не просто сережки.
основано два зонтика над этим Махараджем, над этим царем флейтой. Сколько же почтения выражает Кришна этой флейте? И губы Кришны тоже очень мягкие, как подушечки. И флейта также лежит на этих роскошных подушках, на губах Кришны. Радхарани поэтому говорит, все, идем к Пурнамасе, выведаем у нее, что эта флейта делала в прошлой жизни, какую аскезу она совершала, что сейчас она стала флейтой. Почему? Потому что Пурнамасе Сарвагья, она все знает. И Радхарани говорит, я буду совершать те же действия, чтобы в следующей жизни стать флейтой. Если чья-то жизнь успешна, это жизнь флейты. И деревья поэтому источают мед, потому что они родственники с бамбуком, а из бамбука делают флейту. Если, например, чей-то родственник станет премьер-министром или президентом, сколько будет гордости? Родители скажут, например, наш сын, премьер-министр, президент. А если кто-то, если чей-то ребенок станет преданным Господа, Господь примет его. Насколько же удачлива такая семья. Поэтому деревья от радости источают мед. Это словно слезы счастья, ликования. Наша жизнь успешная. В нашем роду появилась флейта. Кришна принял ее, играет на ней. А почему же расцветают лотосы, поднимаются на своих стебельках? Причина в том, что, как мы ранее не обсудили, деревья растут там, где вода. Они впитывают эту воду, поэтому растут. Также родители, например, кормят детей. Мать кормит ребенка грудным молоком, поэтому он вырастает. И вот водоемы дают воду для бамбука, для деревьев. И поэтому водоемы потом радуются. И эти лотосы словно улыбка водоема от того, что вот, посмотрите, мы давали воду. Поэтому бамбук мог вырасти, из бамбука сделали флейту. И мы к этому тоже имеем отношение, тоже причастны. Наша жизнь успешна. Потому что мы скормили бамбука, из него сделали флейту, на которой Кришна играет. Раджа-гопи говорят, посмотрите, мы не можем никак обрести служение Кришне. Ну как же сделать это? Как нам обрести возможность служить Кришне? Махат крипа вина кор карма бхактинай. Цитата. Говорится, что пока возвышенная личность садху не прольет свою милость крипу, можно делать все, что угодно, но не удастся обрести бхакти к лотосным стопам Бхагавана. А кто самый возвышенный? Махам. Цитата. Хантаям Андрир Абала Харидаса Варья. Самый возвышенный бхакта Господа? Кто? Харидаса Варья, лучший слуг Хари. Есть три Харидаса, слуги Хари. Это есть Харидас, Харидас Вар и Харидас Варья. Харидас это кто? Шри Юдиштхира Махарадж. Харидас Вар, то есть слуга получше, Уддаваджи. А самый лучший слуга Харидас Варья – это Шри Гирирадж Говардан. Он самый лучший слуга Кришны. Это Гирирадж Говардан. Почему? Потому что он всеми способами служит Кришне, дарует цветы, панчамриту, плоды. Когда Кришна идет по Гирирадже Говардану, то его трава Говардана — это не просто трава, это словно волоски, вставшие дымом от экстаза. Потоки воды — словно слезы счастья. Почему? Потому что Говардан чувствует прикосновение лотосных стоп Кришны. Поэтому из его глаз текут слезы, как потоки. Гирирадж словно предлагает свой мягкий язык, нежный язык, по которому Кришна может идти, не испытывая трудностей. Поэтому, кто самый лучший слуга Харидас Варья? Это Гирирадж Говардан. И гопи думают, пока мы не обретем милость Говардана,
мы не сможем служить Кришне. Поэтому Гопи решает, пойдемте совершать пуджу, поклоняться Гирираджа Говардхану, чтобы по его милости смочь служить Кришне. Возвращаемся к наставлениям о Судасанге. Махапрабху говорит своей матери, если кто-то хочет обрести бхагават-бхакти в этой жизни, что нужно делать? Общаться с садху, быть в садусанге. Это необходимо, ничто другое не поможет. Далее. Ятра Уттама Шлока Гунануваде. Очень много шлок цитирует Прабхупада Сарасвати Такур из разных писаний о славе садусанги. Постарайтесь их запомнить, потому что часто мы рассказываем Харикатху, говорим о величии садусанги, и эти шлоки можно цитировать. Столько шлок приводит Прабхупада Сарасвати, очень много. Он собрал их и привел здесь все. Это Мадхиканда, первая глава читания Бхагавата. Что происходит, когда есть садусанга? Цитата. Когда говорят об Уттамашлоке, о Бхагаване, о Господе, либо о Уттамабхактах, о возвышенных преданных Господа, то, внимая ей, мы избавляемся от мирских разговоров, от граммикатхи. Можно привести следующий пример. Он очень хороший, наглядный. Если вам в ногу вонзилась заноза, как вытащить ее? Вам нужен другой острый предмет. То есть, чтобы вытащить одну колючку, нужно воспользоваться другим, другой колючкой, другим острым предметом. О чем идет речь? Какое сравнение? Сейчас в нас вонзилась колючка майи. Чтобы вытащить ее, нужен другой острый предмет. Какой? Что это за предмет? Мама Уттама Шлока. Ятра Уттама Шлока Гунанавадат Прастуете. Катха. Слушание Катхи о Господе. Например, мы сидим здесь часа два, слушаем Катху. Если бы этого не было, то мы бы слонялись тут и там, говорили о разном, тратили время впустую. Но когда идет катха вечером, утром, днем, то мы защищены от мирского. Прабхупада Сарасвати, например, говорил, что Мадх — это место, где огонь Харикатхи постоянно разгорается все сильнее и сильнее. Прабхупада говорил, что в Гаудия Мадхе этот огонь Харикатхи не должен прекращаться, он должен лишь усиливаться, потому что если Харикатха прекратится, то майя со всех сторон набросится, со всех четырех сторон набросится на нас. Поэтому не нужно тратить время. Если вы 2-3 раза в день слушаете Харикатху, совершаете киртан, то благодаря Харикатхе вы будете памятовать Господа, и времени не будет уже ни на что другое. Итак, чтобы вытащить колючку, нужен другой острый предмет. Что это? Санхья Порва Гана Нама на Тимхи. Из Киртана цитата. Ашастика с вами. Шатка с вами Аштика. Нужно воспевать обетованное количество кругов, совершать киртан, слушать катху, запоминать шлоки, служить Бхагавану. И тогда у вас время будет занято этим. Например, вы запоминаете Харикатху, день учите шлоки. День, вечер учите шлоки. Например, вчера Прабуджа давал шлоки какие? Сначала Гуру Татва, потом что было? Бхагава Татва. Махараджа, Бхактивинода Падайна Махарадж, дает вам шлоки, нужно значения запоминать, учить их. Поэтому даже спать особо некогда, день и ночь вы учитесь. Погружаетесь в то, чтобы запоминать духовное. Махарадж стесняется. Бадайна Махарадж. Итак, с помощью духовного можно победить грамия катхо, мирские разговоры. Если мы должным образом используем катхо, время, слушаем катхо, совершаем киртан, у нас не будет просто времени ни на что другое, на разные глупости. А если мы не погружаемся в духовное, то мы будем в своем смартфоне, в
телефончике копаться, говорить о разных глупостях. А если заниматься духовным, то не будет времени на всю эту ерунду. И ум будет погружен в духовного. Нет никакого более эффективного способа, как ум погрузить в мысли о Бхагаване. То самое важное — это слушать Харикатху в обществе святых. Грамме Катха Вигхата. Продолжаем эту шлоку обсуждать. Так, если кто-то погружается в расу Харикатхи, то погружаются в нее не только обычные люди, не только она привлекает Харикатху, но и мумокша, которые стремятся... То есть не только обычные люди, которые стремятся освободиться от мирских разговоров и тратить свою жизнь на разные глупости. Даже те, кто хотят мукти обрести освобождение, даже они, слушая лилы Господа, привлекаются ими. Например, Шукадева Госвами был брахмагьяни. Он думал о том, как погрузиться в сияние Господа. Но он слышал всего одну шлоку. Что же он за шлоку он услышал? Описывающую красоту Кришну. Насколько Кришна прекрасен. Услышав лишь одну эту шлоку, он оставил свои мысли о брахмагьяни и пошел искать звук, откуда эта шлока доносится. Что же это за шлока? Бархапидам на товары в эпоху. Насколько Кришна красив, насколько он милый. Услышав только одну эту шлоку, Шукадева Госвами оставил все свои мысли о брахмагьяне. А Джанака Махарадж, отец Сита Деви, он тоже был брахмагьяни сначала. Но когда он получил даршан Господа Рамачандры, цитата. Он думал сначала, Джанака Махарадж, что Господь ниракар, нирвишеш, безличный, у него нет качеств, он бесформенный. Но когда он получил даршан Господа Рамачандры, его рупы, формы, то все его мысли о Брахмасоке, о счастье от слияния с безличным Брахманом ушли, и он понял, что это не просто Брахма, это Парабрахма, это Верховный Господь, не Брахман, а Парабрахман. И он понял, что только он может поднять лук на своем баре Сита Деви. Ведь Сита сама Лакшми. Этот лук могли поднять одновременно только 4 человека. Однако что сделала Майя Сита? Одной рукой она подняла лук, чтобы притереть под ним. Это просто поразительно. Маленькая девочка подняла лук, который могли нести только 4 человека. Госвами Тулсидас описывает, что когда один человек пытался поднять этот лук, у него ничего не получалось, то всем приходилось помогать ему. Но у них ничего не получалось. Джанака Махарадж сказал, оставьте все эти попытки, когда на своем баре пытались другие поднять этот лук. Шанкара поднял этот лук. Один человек даже засунул руку под этот лук и даже вытащить ее не мог. И пришлось всем помогать ему, чтобы он просто руку свою вытащил и с позором убежал.
А мать Сита одной рукой поднимала этот лук, чтобы протереть под ним. Джанака Махарадж понял, что его дочь необычная, это сама мать Лакшми, а за кого она может выйти замуж, только за Господа Нараяну. И поэтому только Нараяна может поднять этот лук. И увидев Рамачандру, Дашаратха Махарадж понял, что это и есть Нараяна. Почему? Потому что, видя Нараяну, видя Раму, я оставил, Дашаратха про себя думал, все мысли о слиянии с безличным Брахманом, об этом счастье. Чего вы там смеетесь? Итак, повествование о Катхе настолько прославлены, что даже те, кто хотят мумукши, освобождения, предаются лотосным стопам Господа, слушая Харикатху, повествование о Господе. Джай. Джай. Хари, хари, мам.